Семьи погибших сотрудников МЧС, УФСИН и таможни будут получать ежемесячные выплаты от государства. Закон уже подписан президентом России. Если умерший от ран или травмы сотрудник службы не состоял в браке или не имел детей, то средства смогут получать его родители. Аналогичные компенсации уже выплачиваются семьям погибших полицейских. Размер компенсации составит разницу между довольствием, которое получал погибший, и назначенной семье пенсии по потере кормильца. Пока конкретных цифр нет, и не исключено, что выплата будет начисляться индивидуально.